Жители региона обращаются в Общественную палату Московской области с жалобами на сокращение и смену ассортимента дополнительного продуктового набора. Речь о молочной кухне. Претензий относительно клина нет. Однако Общественная палата округа промониторила точки. Смотрим. Состояние помещения, график привоза продукции, ассортимент, соблюдение срока годности. По таким критериям Общественная палата мониторит молочную кухню в детской поликлинике. У вас каждый продукт хранится в отдельном холодильнике? В этом году в наборы входят молоко, пюре, молочные смеси и каши в соответствии с возрастом ребенка. Для детей-аллергиков предусмотрена альтернатива. Спецнабор исключает молокосодержащие продукты. Родители могут самостоятельно выбрать позиции из перечня детского питания. Мы всегда здесь получали, всегда без проблем, и очередей особых нету. Поэтому достаточно удобно. По итогам мониторинга нарушений не выявлено. Молочная кухня соответствует санитарным нормам. Продукция завозится еженедельно, хранится правильно. На сегодняшний день более 1000 малышей получают питание на нашей кухне. Состояние, могу сказать, что удовлетворительное, хорошее. Посетители, население удовлетворено качеством предоставляемой услуги. Очень хорошо вообще организована эта работа в Клинском городском округе. Но у нас и не было выявлено обращений и жалоб на данную услугу социальную. С февраля запись на выдачу детского питания производится через портал госуслуг. Так что подать заявление теперь можно удаленно.